время для совершения добрых дел. Значит, ну вот вы знаете, что фонд Александра Киржакова и его руководитель Милана Тюльпанова, вот мы не так давно, но уже очень благополучно взаимодействуем с фондового центра, установили, построили спортивную площадку. Ну а потом мы попросили, Милана с доброй душой отреагировала, вот именно оказывать помощь уже индивидуально, непосредственно детям, которые посещают социальный инновационный центр, которые нуждаются в помощи. Ну, сегодня у нас представилась такая возможность увидеться и, конечно же, поблагодарить Милану лично. Да, на самом деле мы просто и пообщаться. Благодаря вас социальной помощи, то, что нам предлагают, у нас как бы разрешили, чтобы вообще хорошо, да, понравится. Я вообще, то есть, как бы, плохо очень двигался. Сейчас он благодаря массажу как-то немножко поотреб, занимается, развивается, готовится, не занимается, хорошо, он очень. Ему нравится всегда ходить, а вот то, что нужно, вот, единственное, что это, чтобы дома вот, коляска не болит, я учу. Уже нам дали, с нами занимаются. В любом случае, если какая-то будет необходимая помощь, мы уже все помогаем. Удобная, мобильная и довольно легкая. Мы говорили, что максимально легкая она была, чтобы и маме удобно. Я буду гулять. Еще что-то помимо того, чтобы мало всего сделать. Наверное, все. Ага. Она чтобы не упала настроена, да. И Нравится? О, красотища.